Как минимум миллиард христиан во всем мире встретили один из главных церковных праздников – Рождество по григорианскому календарю. Католики, протестанты, лютеране, а также 11 из 15 поместных православных церквей отмечают его в ночь с 24 на 25 декабря. В Самаре главные торжества прошли в приходе Пресвятого Сердца Иисуса и Евангельской лютеранской церкви Святого Георга. Библейские истории, театральные постановки и рождественские песни в сопровождении органа и другие традиции сочельника в материале Юлии Север. Мягкий свет свечей, над алтарем сияющая Вифлеемская звезда. Все в предвкушении одного из самых главных праздников – Рождества Христова. На торжественное богослужение самарские лютеране собрались в храме Святого Георга. Мы сегодня празднуем великий праздник, когда Бог приходит в этот мир, становится человеком, отдает себя в наши руки. Боже мой, страдания, меня прими скорби. Здесь звучат истории из Евангелия, рождественские мелодии в исполнении церковного хора. На службу многие приходят семьями. Традиционно в Евангелической лютеранской церкви воспитанники воскресной школы воссоздают события 2000-й давности. Младенцу Иисусу, лежащему в яслях, поклоняются пастухи и мудрецы. Семейное богослужение означает, что в нем принимают участие все члены семьи, как дети, так и взрослые. И дети во время богослужения могут тоже как бы выступить, мы это так можем даже назвать, и показать то, что они узнают на детских богослужениях, то, что они узнают, посещая воскресную школу. Празднованию Рождества у западных христиан предшествует так называемый период Адвента – ожидания, который начинается за 4 воскресенья до 24 декабря. В храмах проходят специальные службы, а в домах появляются вертепы. В рождественскую ночь после богослужения верующие собираются за праздничным столом в кругу родных и близких. Юлия Север, Александр Дудко, Новости губернии.